Тарасова оценила прокат Валеевой на этапе Кубка России. Действующая чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева была просто очень хороша в короткой программе. На этапе Кубка России в Москве, сказала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. Заключительный пятый этап Кубка России стартовал в субботу в столичном дворце спорта «Мегаспорт». Валиева набрала по итогам программы 86,20 балла. Во время проката фигуристка исполнила тройной аксель, который вышел у нее с небольшой помаркой на выезде. «Для первого старта с тройным акселем она была просто очень хороша», — сказала Тарасова. «С небольшой ошибкой сделала, но сделала же. В программе у нее было все идеально. Все сделано на высоком уровне, кроме тройного акселя. На всех вращениях мы видим увеличение скорости на последней позиции, чего мы вообще практически ни у кого не видим. А у Валиевой видим. Она нам это демонстрирует». На вопрос, заслуженно ли 14-летняя юниорка получает 86,20 балла, что превышает официальный мировой рекорд, Тарасова ответила так. «Вы знаете, я судей не сужу. Я думаю, что Валиевой любую оценку можно поставить, и любая будет заслуженная.